дамы и господа, добро пожаловать в Москву. Снова Катечка отправляется в путешествие. Такие колокольчики. От создателей Белого храма. Ladies and gentlemen, I'm glad to welcome you today. Вот мы и покинули уютную Аютаю и снова мчим по дороге в поисках приключений. Самое здорово в Таиланде, Катечка, когда путешествуешь, это просто встретить какую-то непонятную херню и идти ей смотреть. Вы птичий парк, но почему-то... Эй, птичка! Курлык-курлык! Итак, мы приближаемся к павлину. Павлин, что вы нам расскажете? Мы тут попали в парк юрского периода.
везем в Челябинск черепашку, змеюшку, лягушку. Что там на дне еще? Ракушки? Улиточки. А, улиточки. Добро пожаловать на север. Но тайц меня понял. You have a miracle. Мужчины вручную херачат просто полосы. Бэдленды, которых тут быть не может. И здесь выжженная земля. Сейчас мы до нее дойдем. Пока что земля плодородная. Заехали на кофейную ферму. Наверное, это кофе. Где, видишь кофе? Что там? Видно поля? Да, очень красиво. А я не вижу. Все, поправил косыночку, можно снимать. Отлично. Храм, который находится на вершине горы Дойду.
В тихом месте, а тут просто горит проводка наверху. Тайские фудтраки. Курочка вареная, курочка жареная, к ней бульон и рис. Все, что надо, когда хочется поесть вечером за 50 бат. Пойдем с вами и исследуем загадочный мир голубых крабов. И мы его не видим. Никто не говорит о крабе, то что это. Кто-то уже это, да?
не хочет уезжать из Таиланда. Очень-ка, но мы обязательно еще приедем. Ты рассказал, через 3 года. Я и кусяка. Люблю с Катечкой путешествовать. Катечка, Катечка. Ой, извините.